Элитный ночной клуб «Хромая лошадь» в Перми за считанные секунды превратился в газовую камеру для 200 жителей города, пришедших посмотреть огненное шоу. Дамы и господа! Юбилей клуба! Мы горим! Выходим из зала! От сильных ожогов и отравления угарным газом прямо в клубе погибли 98 человек. Еще семеро умерли в больницах. Организаторы праздничного шоу, посвященного годовщине открытия клуба, благополучно покинули заведение через запасной выход, пока большинство посетителей пробивались через узкий коридор к главному. О существовании запасного пути спасения они не знали. В больницах остаются 130 раненых. Наиболее тяжелых больных срочно вывезли в Москву самолетом МЧС. Состояние у них у всех тяжелое, ребят, потому что это состояние, у кого легкая первой степени ожог, сюда навряд ли повезут. Сюда везут во всем тех людей, у которых тяжелое состояние. И в основном там люди, наверное, погибли от интоксикации, от токсического дыма, который они вдыхали. Действительно, травмы очень большие. Это как и обширные ожоги до 80% поверхности тела. Это так называемая термоингаляционная травма, это ожоги бронхов и верхних дыхательных путей. Это и отравление продуктами горения. Сейчас проводятся интенсивные противошоковые и реанимационные мероприятия. И выполняется все, что необходимо. Часть выживших находится в беспомощном состоянии. Следователи и врачи обратились с просьбой их опознать. Андрей Курочкин, Сергей Поляков, Артем Селезнев, Инфокс.